Ребят, всем привет! И прямо сейчас, в этом видео, речь пойдет про обновление 0.1.0. И наконец-то, ребята, с уверенностью могу вам сказать, мы дождались этого момента. Но перед тем, как все это вам рассказать, ребята, я вам рекомендую настоятельно досмотреть это видео до конца, потому что это видео очень короткое, но в нем нереально много будет информации про обновление 0.1.0. Поэтому прямо сейчас досмотри это видео до конца, сядь поудобнее, ну и поставь свой коронный лайк, братишка. Итак, начнем с самого начала. Буквально недавно, а именно на днях, мне слили кое-какую информацию про обновление 0.1.0, которую, собственно, прямо сейчас я вам расскажу в этом видео. И перед тем, как вам ее рассказать, я вам скажу с уверенностью в 100%, что эта информация правдива. Потому что человек, который сливал мне эту информацию, знает про обновление 0.1.0 все. Вообще все. Поэтому я вас уверяю, что вся эта информация, которую я вам сейчас скажу, она вся правдивая. И что же за информацию слил мне этот информатор, спросите вы? Так вот, ребята, он мне рассказал, что на этой неделе с вероятностью 95% будет открытое тестирование обновления 0.1.0. То есть вы представляете, вы уже на этой неделе с вероятностью 95% сможете увидеть обновление 0.1.0. Но перед тем, как рассказать вам, что будет в этом тестировании? Да, ребята, он также рассказал мне, что будет в этом тестировании. Перед тем, как рассказать, что будет в этом тестировании, у меня для вас есть две новости. Хорошая и плохая. Начнем, наверное, с плохой. А плохая новость заключается в том, что ты, братишка, скорее всего, не сможешь тестировать обновление 0.1.0, потому что это обновление открыто для тестирования только тем людям, которым одобрили заявку в тестеры игры Stand of 2. Но есть еще нереально хорошая новость. Ребята, мне одобрили заявку на тестирование игры Stand of 2, на тестирование обновления 0.1.0. И я, ребята, как только выйдет этот тестовый файл, как только я получу его, я сразу же включу стрим, и мы вместе с вами будем тестировать обновление 0.1.0 прямо на этом канале, прямо на стриме. И поэтому, ребята, я прямо сейчас вас призываю подписаться на мой канал. Если вы не подписаны, проверьте прямо сейчас, спуститесь вниз. Если вы не подписаны на мой канал, прямо сейчас подпишитесь, чтобы не пропустить этот нереально крутой стрим. И обязательно поставьте колокольчик. Стрим будет, скорее всего, на этой неделе. И мы вместе с вами будем тестировать обновление 0.1.0. Но это еще не все, ребята. Также этот информатор намекнул мне, что будет примерно в этом тестовом файле. Он рассказал мне, что в этом тестовом файле будет только маленькая часть всего обновления 0.1.0. То есть само обновление 0.1.0 будет нереально бомбезное, а мы на этой неделе, скорее всего, увидим маленькую часть этого обновления. Но даже маленькая часть этого обновления — это уже наконец-то хотя бы что-то. И уже на этой неделе мы, ребята, увидим уже это что-то. И знаете, что самое главное? Скорее всего, а даже не скорее всего, я уверен, что в этой маленькой части будет именно соревновательный режим. И мы будем с вами тестировать этот соревновательный режим. Что еще будет в этой маленькой части, я точно вам сказать не могу, потому что я этого не знаю. Но то, что соревновательный режим будет, это будет 100%. Мы его будем с вами тестировать прямо на стриме. И я надеюсь, что хотя бы что-то еще будет в этом маленьком тестовом файле, который будет буквально на этой неделе. Ну что могу вам сказать, ребята, запасайтесь печеньками. Если вы обрадовались такой офигенной информации, то влепите свой коронный лайк. Ну и конечно же, ребята, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить этот грандиозный стрим, который я сам уже всей душой жду. Стрим по тестированию обновления 0.1.0. Спускайтесь прямо сейчас вниз, проверьте, подписаны ли вы на мой канал. Если не подписаны, обязательно прямо сейчас подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, ваше мнение. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, ребят.